Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Король Лев. История об отважном львенке по имени Симба. Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. Тайна Коко. 12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Моана 2016 года. Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие. Головоломка 2015 года. Райли обычно 11-летняя школьница, и как у каждого из нас, ее поведение определяют 5 базовых эмоций – радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми ее поступками. До поры до времени эмоции живут дружно, но вдруг оказывается, что Райли и ее родителям предстоит переезд из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис. Каждый из эмоций считает, что именно она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девочки наступает полная неразбериха. Холодное сердце 2013 года. Когда древнее предсказание сбывается, и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев, принцесса Анна, отважный Кристоф и его верный Ален Свен, отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений. Встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой снежинке. Анне и Кристофу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог. Рапунцель. Запутанная история. 2010 года. Обаятельный разбойник Флинн путешествует по жизни с легкостью, лишь потому что он красив, болтлив и удачлив. И казалось, фортуна всегда на его стороне. Пока однажды он не выбирает высокую башню в густой чаще леса в качестве спокойного убежища. Флинн оказывается связанным по рукам и ногам юной красавицей по имени Рапунцель. Если вы думаете, что самое интересное в ней – это 21 метр волшебных золотистых волос, то вы заблуждаетесь. Запертая в башне и отчаянно ищущая приключений, Рапунцель решает использовать Флинна в качестве билета в большой мир. Сначала комичное похищение, затем невинный шантаж. И вот наши герои на воле.
Вместе с главными героями в авантюрное путешествие отправляется бравый конь Ищейка Максимус, ручной хамелеон и шайка сумасбродных разбойников. Суперсемейка. История семьи супергероев, члены которой уже отошли от больших дел и предпочитают жить непримечательной жизнью обычных землян. В прошлом все они обладали сверхъестественными способностями и относительно легко справлялись с мировым злом. Но в один прекрасный день папаше и его домочадцам приходится вновь облачиться в прорезиненные костюмы супергероев, а для этого нужно срочно сбросить лишние килограммы и в очередной раз спасти человечество от таинственного злодея. Король Лев 1994 года. У величественного короля льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Симба познает горе утраты, предательства и изгнания, но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую. Закаленный испытаниями, он в нелегкой борьбе отвоевывает свое законное место в круге жизни, осознав, что значит быть настоящим королем. Аладдин. Потерянное звено. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!